Александр Плашковский родился 23 июля 1964 года. В 1993 году окончил Московский государственный университет культуры и искусств. Актерская мастерская Г.А. Калашниковой. Сыграл большое количество эпизодических ролей, в основном отрицательных персонажей. В 1993 году сыграл эпизодическую роль французского солдата в английском сериале «Приключения королевского стрелка Шарпа». В 5 фильмах играл Берию. Скоропостижно скончался в Москве 16 февраля 2011 года от ишемической болезни сердца. Похоронен на Аллее Славы Мариупольского кладбища в Таганроге.